Правильно, сломалась, да? Контролируй касание. Давай. Наверное. Что хотите?
Потому что я не могу в них идти. Кроссовки, да? Говорили? Да. Давай, ниже. Да, ниже. На вклад, Ира. Вот, видишь, какая хорошая. Красиво. Вверх, вверх, молодцы. Больше вверх, вверх, меньше вперед, передачу, больше вверх. Кроссовки, так нога. Блин, я сохранила, что в игре пас. Хороший пас, ничего не знаю. Минус, вверх, вверх, передачу, минус. Блядь, у тебя кисть уходит вот так. Контролируешь внешнюю часть, вот. Они уходят по сторону. Пас вообще просто! Тренер на градусах. Пас, огонь! О, брат, брат, все, на смысле! Яня, защита, Яня! Папа, хотя я стою всю дорогу вот с такой рукой, блин. Здесь, здесь, здесь.
можно еще раз вот здесь вот я сейчас послушаю все эти тренинги? Держим и давай. Делаете правильные вещи, получается качество. Значит, смотрите, у вас должна быть мотивация выстроена следующим образом. Я хочу дать качество, для этого я сгибаю ноги. Без проблем. Не потому что мне тренер сказал, зачем ты согнуть ноги. Я персонально хочу дать качество, поэтому я сгибаю ноги. И дальше в обратную сторону. У меня не было качества, потому что я не согнул ноги. Все, нужно работать ногами, все понятно. Вот мотивация должна быть строго вот так вот такая. Так, день, да, желательно. 200 приседаний в день для начала очень хорошие. Это занимает минут 10. Минут 10 это у вас будет занимать, да, но вы будете очень. Так, значит, здесь отрабатываем 3 шага. Это первый, да, узкая стойка, 3 шага, имитация. Дальше. По поводу подающего удара. Стоечка должна закрепиться. Потом шаги в этой же стойке. Правой, левой, левой, правой, в одну и ту же разножку. Старайтесь делать еще раз. У нас, смотрите, левая нога впереди, правая на пол стопы сзади. Вес тела на передней ноге. Вот мы стоим. Сделали замах и отработали снизу на вертикаль. На вертикаль. Вот у нас вертикальная рука. Здесь отрабатываем. Опять заплели, отрабатываем. Большую волю. Указательный палец идет к предплечью сюда. На вертикали. На вертикали. Вертикаль все понимают? Отлично. Тянем вот так вверх. Вот, обозначаем вот эту точку. Да, вот так потянуть. Вот. Обозначили точку. Делаем замах. И в этой точке мы заканчиваем движение. Замах. И в этой точке мы заканчиваем движение. Вес тела на передней ноге, да, только не перекручивайся. Смотри на руку. Опять тянешь вправо. 8-4. Так, теперь смотри, для того, чтобы эффективно скручиваться, делать нападающие удары. Если мы посмотрим на девочек, профессиональных спортсменок, пляжных волейболистов, у них раскачаны вот эти мышцы. У них нет талии, у них прямая фигура. Почему? Они делают очень много вот этих мышц. Соответственно, у них каждый нападает здесь. Скручиваем в одну сторону, скручиваем в другую. Делаем. Выбор за вами. Вот. Тогда просто прядем. Нужно движение быстро. Макс, так же. Здесь, смотрите, когда вы делаете это движение, вас должен эффективно работать пресс. Когда вы сделали, здесь скрутились. И делаем движение сюда, скручивание сначала в сторону, потом чуть-чуть скручивание вперед. Володя, работай! Левая рука при скручивании, у тебя правая плечо уходит вперед. При скручивании, смотрите, левую поставили сейчас, смотрите, сначала смотрим, как они делают. Так, гладенько, смотрел вперед. Мы делаем движение левой рукой к животу, обнимаем себя за правый бок, левой рукой. Для чего? Для того, чтобы сделать раз, два. Если мы правильно делаем вот так, то мы через плечи делаем скручивание вперед. А если у нас уходит левая рука сюда, вот пойдем. У нас правая. Правая не должна впереди стоять. Левая впереди. Вот так сделаем. Вот так. Вот рядом, стоп. Рядом поставим. Только вверх, смотрим вверх, да, и на вертикальной руке. Да, хорошая идея. Так, теперь смотрите, что мы еще можем сделать. Поставили руку здесь, почти на вертикали к правой. Делаем движение. Вперед. Хорошее, значит, движение, да? Я выдержу.
Идем, так ставим. Только наверх, вот, наверх. Приучайте себя смотреть в точку касания. Да? Когда вы работаете с мячом, вот сюда вот 25 должен опустить, направо. Никуда тут туда стоит. С дартсом. Приводил кому-то пример. Да? Мы никогда не смотрим на дроби. Мы смотрим цель. Нам не нужно смотреть, мы его контролируем в руке. Да? Поэтому мы можем. Здесь мы мяч не контролируем. Визуально все контролируем. Тут такие принимать баллы, Володин уже еще лет 8, он такой он. Так, схему запоминаем, да? Володин. Да? Вертикальная передача, выход отсюда, так, чтобы было удобно попадать в правую часть площадки. Да. На правой стороне. Да, доводка у нас. Вертикальная передача, выход прямой. Попадать в правую часть площадки. Все, сегодня хорош? Всем спасибо. Да. Я представляю, что есть удар. Умение подделать. Дядя! Игрой. Так, кто подает? Так и сделать. Чтобы на переднюю ногу выход был? Да, он вот так вот мощь пол. Встаю. Сначала в разножку. Выход. Вес тела переносим на переднюю ногу. И заднюю просто закрываем. Стараемся сильно не наклоняться. Да, у нас спина почти вертикальная. А теперь мы на этой ноге начинаем делать движение подъема. И вот это длинное движение. На переднюю ногу. Ногу переставили. К этому шаги. Например, на передаче мы делаем два коротеньких шага. Встали в разножку. Делаем. Раз, два, три. Переднюю ногу. Да? Раз, два, три. Переднюю ногу. Она остается согнутой. Но на нее вес тела полностью переносит. На другую ногу то же самое. Да вот. Прием мы делаем. Встали в узкую стоечку. Делаем. Раз, два, три. Оп. На передней ноге оказались. Правую сторону. Раз, два, три. Оп, на передней ноге оказались. Все время мы контролируем спинной центр. В идеале мы делаем упражнения вот такие. Встали, выпад. Переносим назад центр тяжести. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Чтобы вы чувствовали, да, как, при каком движении он идет. Да, другую ногу поставили. То же самое. Теперь в сторону. В сторону. Пошире ноги. Да. Делаем. Раз. Два. Задержали. Перенесли. Задержали. Потом подъем мы делаем, да? Оп, на эту ногу. Приставили. Обратно сели, отставили. Не-не, вес тела здесь же. Вот у нас, вот, вот. Это свободное, да? Опять встали на эту ногу. На другую ногу. На эту. Порвали. У нас вес тела здесь. Подъем. Ставили. Подъем. То есть мы чувствуем, у нас, где у нас центр тяжести, да, там мы делаем подъем. А вот в автомате происходит следующее. Человек пришел к мячу, либо так, да? Вот так более понятно. И будем делать. Вот это нам не пригодится. Да? Поэтому перенесли центр тяжести. На этой ноге делаем движение. Перенесли центр тяжести. На этой ноге делаем движение. Володя работает.